Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в Survivald. Так, я тут проснулся уже, у меня мало жизни, мне нужно срочно попить. Да, мы, кстати, начали ночью, но это не проблема. Так, я вижу уже сразу, игрушку немного оптимизировали, раньше она прям, ну, с подвисаниями такими была, серьезными. Так, нам нужно срочно найти кокос, чтобы его выпить. Где бы нам это сделать? Так, а вот у нас есть кокосы. Так, что у нас осталось тут? А где мой поезд, кстати? Куда он пропал? Так, нужно вспоминать уже все это, как делать. Капец, так долго. Так. А, ну это понятно. Это маленький камень у нас был. Все равно долго. Так, а у нас был нож. Куда мы его дели? Он, наверное, где-то лежит. Сейчас постараемся сделать новый. А, так это тоже маленький камень. Да. Сейчас бы это все вспомнить, что и как делается. Так, ну вроде так сначала. Нет, это у нас получилась головка молота. Это не то. В этой серии, я думаю, мы сделаем костер. Он сейчас как-то по-новому делается. Я читал обновление. И он как-то странно там делается. Так, ну вроде так, насколько я помню. Нет, это мы опять этот же сделали. Давай по-другому. С ним мы, получается, уже ничего не можем сделать. Нет, там, наверное, нужно было другое выбирать. Да, мы тут все уже запутались. Нам нужен новый камень, чтобы его разбить. Как бы за это время не умереть. Так, выносливость кончается. Так, мы вроде и гриндили. Вот так, давай попробуем. Так, поменяй руки. Вот это. Нет. Вообще не то. Что-то у нас не то вообще получается. Да. Ну, сейчас будем пытаться смотреть, как бы. Так, это мы опять топор сделали. А это что у нас? А, вот он. Да, вот наш нож. Все, теперь понятно. Мне интересно, куда мой поезд делся, вот серьезно. С ним было так удобно. Так, я уже помираю. Пока тут это все делал. Успеем, нет? Давай, я же пью. Давай, я даже поем.
В последний момент у нас остановилось это все. Просто в последний. Так, ну это пока мы выкинем. Нам нужно еще попить. Так, вот он, да. И все, и начнем заниматься уже костром. После этого. Тиндер. У нас появился Тиндер. Это получается... А, ну вот тут тоже. Это получается от кокоса. Вот это вот... типа... сухая... трава вот это вот. Она нам как раз таки и поможет разжечь костер. Вот, да, написано то, что компонент для разжигания. Так. Блин, там вода у меня собирается вообще как-то пополняться или как? А, да? Это все так теперь работает. Почему она так быстро уходит? Это что такое? Капец. Как так играть? В смысле... А, водосборник же добавили. А я даже не знаю, как его делать. Сейчас будем как-то так сначала справляться. Дальше уже разберемся. У нас начало какое-то очень долгое. А, ну, это выживание, как бы. Показываю все прелести выживания. Так, один с собой берем. Сколько у меня там воды? Угу, понятно. Это то есть вот так вот по дороге идти и сразу... О, пропало. И сейчас появится, да? Так. Это вот по дороге идти и просто есть их. Вот так вот. Как-то так. У нас воды 0 грамм. Я почему-то думал то, что сейчас наоборот сделают то, что ну ты хотя бы больше времени сможешь посвятить себя, как так скажем, делу, то есть не постоянно есть, пить и спать, что у тебя постоянно это, а как бы постоянно нормально заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Но нет. Так. Сколько сейчас интересно времени? Потому что мне нужно поспать и... А, ну рассвет. Ладно, тогда я сейчас пока не буду спать. Давай начнем разбираться с костром. Куда я в прошлый раз дел свой топор? Вот теперь в чем вопрос. Его нужно бы найти. Так-то у нас тут... кокоса валяется все. Да. О. А вот и наш пояс. А почему он здесь лежит? Почему он у меня пропал? Я помню, я в прошлой серии делал их два вроде. Если я не ошибаюсь. Так. Ладно. По еде, воде вроде пока что все нормально. Так. Что нам нужно для костра? Нам, во-первых, нужен топор.
Почему я это выбрать не могу? Это вообще что? Это разве не простая палка? Почему я ее подобрать не могу? Ладно, давай вот это вот разрубим. Что здесь лежит? Может быть, это нам не дает... А, ну понятно. Ладно, не суть. Идем тогда искать ветку, которая лежит. Просто так. Ее сломаем, и там уже получим ветку, чтобы сделать топор. Угу. Это у нас ракушки. Блин, снова уже пить нужно. Вон я вижу ветки. Ой, ну давай, насобираем тут. А чё так? Чё все так сложно? Такое ощущение, что как-то все сложнее стало. Угу. А, нет, нам нужно сначала ее выкинуть, короче. Теперь ее вскрыть. Так, а воду она нам пополняет? Видимо, нет. Ладно, быстро бежим до ветки. Кстати, этот камень можно использовать как верстак, да? На всякий случай. Посмотрели сразу. Блин, нам бы найти... Нам бы понять, как делать водосборник. Было бы, конечно, хорошо. Хотя, я вот думаю, лонгстик может нам еще пригодиться. И мы можем, например, такую ветку просто разломать, насколько я помню. Так, сейчас посмотрим, короче. Тут просто палка такая небольшая, которая как раз таки подходит для топора, получается. Да. Вот и она. Будем знать то, что тут лежит длинная ветка. Надо тогда сразу нести туда, где у нас... тут мы наделали головки. И тут лежит головка от топора где-то. Ну, сейчас разберемся. Сначала нам нужно еще кокос найти. Че, отсюда я все кокосы забрал? А может быть, бананы появились? А, они же типа не растут. А, вот. Вот есть, да. Давай отнесем на берег, посмотрим как раз, как мы можем есть бананы. Может быть, они хорошо восполняют все. Тут с водой нужно сейчас как бы следить это, за этим всем. Так, бей давай. Потому что если сейчас начнется опять эта красная типа вода, то это все. Там мы успели, если кокос выбить, то тут не успеем. Я надеюсь, банан как бы добавляет хоть чего-то нам по части воды. Не, ну вот банан хорошая тема с едой, я так понимаю. Но не с водой. Блин, вот игра просто не дает нам заниматься делами. Так, давай его уж там доешь и все. Нам нужно пара кокосов.
Ну, они обычно вот так вот лежат, да, вот один, вот второй. У нас сейчас еще повышенная дегидрация будет, ну, солнце светит, и, конечно же, это логично, то, что мы сейчас будем больше хотеть пить. Так. Зато у нас очень много для розжига костра вот этих вот появилось тиндеров сухой травы этой. Так, давай ты уже там начнешь. Угу. Сразу почистим, чтобы у нас, если что, он тут был. Так, и давай делать топор. Что я сделал? Мне кажется, это немного не то, чего я хотел. Нам нужно было... Или то. Вроде то. Так, где у нас теперь веревка? Воу, полегче. Так. Про веревку-то я совсем забыл. Так, но она добывается вроде вот с этих. У меня там нож еще не сломается там. А, ну да, скоро сломается. Нет, вот тут раз через раз работает с этими мелкими пальмами. Так, это не то. Надо искать вот эту вот маленькую пальму, где у нее ствол прям похож на... эту штуку, которая из которой делается веревка. Я уже забыл, как она называется. Ну, мы сейчас разберемся. Вот, вроде вот. Или нет? Ну ладно, сейчас посмотрим, как бы. Не получилось. Я вообще как-то просто срубил пальму. Я бы сейчас это, конечно, сделал. Но нужен мне топор как раз-таки. И, короче, просто верхушку побил. И оттуда их очень много упало. Да что ж так все сложно? Вот такое сейчас попробуем. Так, может быть, чем-то другим будешь бить? Так, этим вроде нельзя бить. То у нас сейчас уже нож сломается даже. О, не. Мы этим очень долго будем бить. Да что ж такое-то? Что же все никак не можем найти? А, ну все, да? Да. Ладно, тогда сейчас сделаем новый. Много времени на это уходит. Простым камнем это бить.
Блин, короче, давай попробуем сразу так. Нет. Руки поменять нужно. Нет, это совсем не то. Нам бы добить этот все-таки камень. Что ж все так сложно-то? О, вот этим получше. Так, и вот. Опять руки поменять. Так же? Да, вот все. Какая проблема, просто... Или они что-то изменили? Вот, ну серьезно, у меня никаких проблем не было. Я вот такие вот маленькие пальмы сбивал просто, и все. Не, ну конечно, можно попробовать вот эту, но... Да не, она слишком большая. Вот, даже ствол, в смысле, похож на... То, что мы ищем. Нет, он не хочет нам давать это и все. Ну, дерево я как бы не завалю, чтобы верхушку разбить. С ножа я не смогу этого сделать. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, вы, наверное, видели, что я вот такие вот пальмы бил маленькие и собирал с них. А, ну вот, вот, да. Я, видимо, не ту пальму бил. Все-таки. Да, вот. Так, вот это вот убери. Да, файбер вот этот вот. Ну все, думаю, две штуки нам хватит. Для начала, по крайней мере, точно. С костром я не думаю, что нам нужна будет какая-то веревка. Для костра нам что надо? Раньше все было проще. Просто маленькую доску раскалываешь. А, нет. Палку вот эту вот раскалываешь, появляются маленькие доски. Или бревнышко. Короче, не суть важно. И ты просто ложишь это маленькое бревнышко и просто поджигаешь. Оно само поджигалось. А сейчас же нужно делать костер, как я понял. Типа, ну, реалистичность. Вот это вот. Дрелить такой же маленький там брусочек. И получается делать длинную палку. Вот этот вот от кокоса. Тиндер вставлять и все это растирать. Все как-то так. Фух. Так, теперь нам нужны эти вот палки. Нифига себе. Раньше такого не было. Сейчас будем искать эти маленькие бревнышки сначала. Да, вот они. Получается, мы их берем. Ну, например, я не знаю. Поближе к дому, наверное, их поднесем. А, ну мы... Так, ты можешь? Да, вот на пояс повесили. Так, ближе к дому поставим костер наш. Ну, где-нибудь вот здесь, например. Да, вот. Раньше мы просто поджигали, а теперь вот.
Так, вот добавим еще. И еще одну. Или нет, из нее, наверное, мы будем делать... Пытаться сделать... Или это не она? Так, это ты подбери. Может быть, из этого? Я просто в обнове прочитал. Да, вот она. Вот. Сюда накидывать эту труху, вставлять палку и растирать. Я просто читал, и там... О, палки появились. Там не совсем было понятно написано. Так, а теперь чё? Но это нам пока не нужно. Это нам пока не нужно. Нам нужна труха. Труха у нас есть. И нам нужна эта палка. А с этого мы получим... Так. Сейчас посмотрим. Так, мы уже снова пить хотим. Но у нас там лежит кокос. Да, вот она. А, их две даже. Ну, нормально, на всякий случай сойдет. Сейчас тогда ингредиенты все эти положим сюда. За кокосом как раз сбегаем попить. Ну все, мы уже спать захотели, есть. Где он? Вот оно чё. Это так водосборник сейчас реализован? Типа, я могу набирать, пока идет дождь, сюда? Офигеть. Ой. Нет, 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 ты это положи. И он должен лежать, я так понимаю. Вот почему-то сейчас я его уже не могу использовать как водосборник. Он, наверное, должен как-то ровно лежать, не знаю. Ну-ка, давай посмотрим. Какие у меня здесь набираются? Ладно. Так, допиваем его. Ну, мы как раз и наелись еще. Добавок. Очень много времени улетает на попить, поесть там. Все дела. Так, собираем этот тиндер. Так, все правильно. А, типа я сразу пью. Так вот оно в чем дело. То есть оно само набирается, а я уже просто такой подхожу и пью. Ну, сейчас посмотрим. Да, вот у нас много воды. Ладно, все. Тиндер набрали. Сейчас посмотрим. А, кстати, у нас идет дождь. Вот что еще интересно. Вроде как тут добавили то, что в дождь это еще сложнее сделать. Угу. А как? Как это сейчас сделать? Давай еще немного тиндера принесем. Так, вот сейчас посмотрим. У нас кончилась вода. Мы пьем.
Да, мы пьем. Не, ну я так понимаю, то что еще какой-то водосборник можно сделать самому. Надо было кокосы сразу бить возле костра, чтобы весь этот тиндер лежал здесь. Так, этот я пока сюда положу. А этот, получается, я попробую вот так закинуть. Я просто не знаю, как оно точно работает. Так, ну все, я его типа внутрь закинул. Теперь берем это и это. И... Угу. Ему не хватает тиндера. Ему его не хватает. То есть мы должны в руках держать и это, но как-то мы еще должны тиндер сюда вставить. Что если как-то так попробовать, не знаю. Или может быть у меня неправильные... Ну, понятно. У нас может быть неправильно как-то стоит в руках. А, нет, вот, да. О, ну это сейчас сложно будет сделать. Так, разбираемся, как это делать. Посмотрим сразу, вот, чтобы видно было вообще, что он делает. Нужно неистово крутить колесиком мышки, чтобы он это растирал. Так, что происходит? А, типа придавливать еще, чтобы сопряжение было с тиндером и, ну, палкой этой. Но я что-то не вижу, чтобы что-то происходило. Да. Может быть, у нас такая сложность просто из-за того, что дождь идет. Ну, как бы в жизни это тоже не совсем-то просто. Но у нас вообще ничего не происходит. То есть мы просто стерли палку, да? А, ну да. Ну, то есть это должно происходить быстрее. Ну, что могу сказать? Надо сделать еще одну такую палку. Так. Лечь как раз поспать, чтобы персонаж восстановился. И у нас пройдет дождь. И мы разожгем просто. Это дело все. А, нет. Я зачем это делаю? Мы же вот из этого, да, делали? Да. Ну да, это плохая идея. То есть тут и так сложность неплохая такая, чтобы сделать, ну, разжечь костер. А у нас еще и дождь льет, это почти невозможно. То есть такое. Так, все, мы тут все собрали. Тиндер мы снова положим вот сюда. У нас есть запасной, если что. И я думаю... А, вот, кстати, мой пояс. Вот он лежит. Мне вот интересно, это сколько часов я спать буду или по времени? То есть... Ну, давай проверим, что делать.
Чё? Я не понимаю. Типа, кровать неправильно лежит? Или что? Я слышал, да, то, что еще что-то с кроватями, они как на какой-то высоте должны быть, или еще что-то. С этим мы тоже будем разбираться в следующей серии. О, у нас тут, кстати, вода набралась. Потому что я пока, ну, вообще не понимаю, что к чему здесь. Ну, мы можем так поспать. Как бы. Какие проблемы? Да, мы хуже выспимся, но это хоть что-то. Тем более, ну... А, ну, по времени у нас немного, да, проходит. Ну-ка еще. Давайте следить за тенью. Скорость вообще... Ну, время ускоряется? Да, ускоряется. Вот, все. Все-все-все, вставай. Вставай. Хватит спать. Так, попить. Давай. Выпить. Нет, положи. Ну чё ты ее взял-то, а? Всю воду вылил. Нормально. Так, вот теперь мы пробуем снова. Что происходит-то? Да. Ну вот температура типа поднимается, да? Все дела. А, ну ее нужно, наверное, доверху сначала. А что у нас все сбилось-то? А, у нас появился огонь. Вот мы теперь раздуваем это все. Ну, давай, ты должна загореться. Я так понимаю, нам совсем немного осталось, чтобы оно загорелось. Нет, только не тухни. Ну все, должно же уже загореться, получается. Два этих индикатора дошли до верхней точки. Я так понимаю. Оно доходит до верхней точки и вниз немного падает. Я не понимаю, что я еще должен сделать. Или это типа нормально? Все. Так и должно быть. Давай неистово жать на левую кнопку мыши, как бы, чтобы он дул у нас лучше. О, неужели? Офигеть. Просто офигеть. Все, мы зажгли костер, можно вокруг него
камни накидать. А, у нас тут тиндер лежит, да? Давай попробуем камни накидать, как бы. Тиндер отсюда мы уберем. Даже просто загрузим его в костер. Да, конечно, реалистичность неплохая по костру. Мне очень даже нравится. Но я что-то вот заметил сейчас, когда обновления все смотрел, то что обновления были уже давно. Может быть, они как бы чем-то глобальным занимаются и хотят сейчас что-то такое прям... Что сейчас происходит? Хотят сейчас что-то такое прям, ну, прям такое ого-го выпустить. Чтоб прям все офигели. Ну, будем надеяться как бы на это. Так, я посмотрю, короче, по водосборнику, наверное. Что да как. Узнаю по части спальника вообще что. Ну и вообще там посмотрим, что да как. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Всем пока.